Снятие кожного шва осуществляется с применением хирургического пинцета и ножниц с остроконечной браншей. Пинцетом фиксируется узелок шва и подтягивается кверху до появления нити из-под кожи. Под узелок подводится остроконечная бранша ножниц, нить пересекается и шов снимается. Для снятия шва вместо ножниц можно использовать общий хирургический скальпель. В этом случае нить после подтягивания узла пинцетом кверху пересекается скальпелем.